Нет. Thank you.
Ну вот я эту машинку успел нарисовать. Ну, не самое удачное я место выбрал здесь. Рынок все-таки, да? Ну, основу я заложил, все-таки рисовать здесь неуютно совсем. Пойду-ка я дорисую это в другом месте. Великого удовольствия я от рисования здесь не получаю. Именно от того, что я здесь как бы сижу не там. У всех на виду действительно. Рынок есть рынок, базар есть базар, елки-палки. На меня все так смотрят здесь, люди. Прогулки художника по городу Иркутску. Когда комфортнее, когда не очень. Вон снова машина едет, сейчас на меня наедет. Ладно, все, убегаю. 20 сентября 2019 года. Это я перебрался уже в 130-й квартал. Дорисовываю по памяти. Даже забыл сфотографировать. Ну, будем дальше рисовать. Потом сравним мою память. Ну, собственно, ведь речь-то не в точности, правда? А речь о собственной красоте линий, наполняющих этот рисунок, о собственной идее. Вот она вот тут вот, удачно, да, в машинке в этой как проявилась. Это во-первых. Ну и много. Ой, сейчас испорчу. Вот думаю, надо ли вот здесь окна рисовать или не надо, или так и оставить, или все-таки намекнуть хотя бы. Ну, не знаю, честно говоря. Наверное, все-таки сделаю такие вот намеки. А может быть и лишние они были, не знаю. Потому что недосказанность, пустоты, акценты, детали и отсутствие деталей. Вот это вот сочетание всех этих моментов, конечно, и рождает композиционную затею, да? Сами меня фотографируют во всех позах. Подходят тут сзади, спереди, сбоку. А когда их фотографируешь, так им что-то не нравится, отворачиваются. Не знаю, может, хватит уже. Ну, черно-белым он у меня останется, да? Ну, все равно он рассчитан еще на подсветку. Ой, здесь же они кругленькие розеточки. Я забыл. Еще вот здесь что-то там есть. Но он достаточно насыщенный по орнаменту-то. Собственно, как и должно быть в гражданском здании, в жилой архитектуре. Ой, о смысле, о сути вот этой орнаменталистики в архитектуре. Это такая интереснейшая тема.
Она сейчас напрочь забыта с помощью вот этого нашего, не с помощью, а по вине вот этого нашего ускоренного промышленного, то ли хай-тека, то ли еще как. Ну, сейчас много всяких разных стилей. Ну, лишь бы проще и дешевле. Весь смысл. А что, хватит, наверное. Вот здесь чего-то не хватает. Ну, когда цвет появится, то появится все. Ладно. Закончим рисовать домики, начнем рисовать людей. Вот таких интересных.